Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Итак, мы начинаем нашу работу. Я приглашаю на сцену директора Института управления экономики и финансов, доктора экономических наук, профессора Казанского федерального университета Наилю Гумеровну Багаутдинову. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте! Садитесь. Прежде чем начать свою лекцию, а называется она «Галактическая экономика», я хотела бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто смотрел фильм «Звездные войны»? Все? Все эпизоды? Что объединяет галактику? Что общего между Татуином, Галактическим союзом и экономикой, правда? Ну что такое «Звездные войны» и экономика? Так вот, сегодня я вам постараюсь рассказать о том, что наша экономика, которую, может быть, вы через несколько лет придете изучать в наш университет, присутствует во всем, в том числе и в таких интересных моментах, в таких интересных фантастических мирах, как «Звездные войны». Ну, вы знаете, что в основе «Звездных войн» есть Галактическая империя. Знаете? Слышали же про нее? Итак, что общего между галактической системой и современным миром? Как вы думаете? Союз. Союз. То есть общее... Союз чего? Союз – это предлог или что это такое? Союз планет как прообраз союза государств. Или да. Союз государств как в будущем прообраз союза планет. Так? Ты это имел в виду? Да. Так. Еще какие мнения? Давай. Мне кажется, финансовая система. Очень спасибо. Mm-hmm. Давай. Чем еще похоже, по-моему, сейчас на данный мир, именно с точки зрения экономики, есть темные силы, это как раз-таки коррупция, по-моему. Потрясающе! Молодец! Пожалуйста! Я считаю то, что может быть какое-то такое сообщество, которое со счет экономики просто есть много существ, может быть, еще экономика там и тут. То есть она присутствует везде? Да. Тем то, что везде есть какие-то живые существа, которые живут в данных мирах. И сама экономика тоже. Самое главное, спасибо. Самое главное, что экономика присутствует везде, тут и там. Мне кажется, общего между Галактической империей и современным миром, как я не ошибаюсь, в «Звездных войнах» была Галактическая империя и где-то же, да, еще были. Так. Другая империя какая-то. Вот. В современном мире есть страны. Мне кажется, Галактическая империя – это та страна, которая всегда хочет войны. В современном мире есть такие страны. А империя, где живут джедаи – это страна, в которой нет войны, она против нее. Спасибо большое. Я так поняла, что вы вспомнили, что такое «Звездные войны». Вы вспомнили основу конфликта. Итак, основа конфликта в системе, в нашей, несмотря на поистине галактический масштаб, экономика «Звездных войн», как бы то ни было, основана на современных принципах торговли. Что такое торговля? Торговля – это обмен качественными товарами между именно производителем и покупателем. Качественными только товарами, да? Только качественными? Угу. Ну, не всегда. Хорошо. Торговля – это как бы производители продают покупателям товары. Спасибо. Итак, я даю уже экономическую терминологию. Торговля – это отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмен товаров, а также связанный с этим процессом
связаны с этим процессы. Непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, хранение и подготовка к продаже. В нашем фильме «Во вселенной Звездных войн» мы можем видеть такой момент, как международная торговля. Мы с вами знаем, что есть международная торговля, или, скажем так, мировая торговля, обмен товарами и услугами между государствами и мировой рынок товаров. Как бы это то, чему посвящена. Итак, чтобы торговля работала, что нам нужно? Еще что? Товар, покупатели, товары. Так, еще что? Не забыл, мне говорить. Потребители, так. А мы все забыли о том, что у нас есть товар, у нас есть потребители, у нас есть какие-то... А пути и дороги, как мы это будем все? Итак, мы с вами видим. Ядро планет в центре, внутреннее кольцо, потом средние и внешние кольца. Итак, на что это похоже? Что? Не по галактике. Не по галактике, не по астрономии. Ну, постройте ассоциацию. Мне это немножко напоминает мировую сеть интернет, потому что как бы это паутина из определенных планет, скажем так, как здесь показано. Да. Следующий слайд. Это что вам такое? Это напоминает? Карта чего? Москвы. Ну, давайте так, немножко отвлечемся от того, что это Москва. Это прежде всего карта мегаполиса, то есть центр торговли. То есть сюда стекаются в центр определенные ресурсы, и отсюда они перераспределяются. То есть такая система у нас называется радиальная или круговая, и она очень похожа вот на карту Москвы. Точно так же ресурсы из регионов стекаются торговыми путями в столицу. Торговые пути. Мы когда говорим о торговле, мы всегда говорим о двух сторонах, что есть продавец и покупатель. Но если они в разных сторонах мира или в разных сторонах галактики или в разных сторонах пути стран, они же должны как-то найти друг друга, поэтому есть торговые пути. Очень древнее изобретение — торговые пути. Но вы знаете, что центр галактики у нас что является? Корусант. И в данной галактике у нас республика – это единственный источник власти в ядре и большей части внешнего кольца. Но у нас следующий слайд. У нас как бы планеты в галактике развиты далеко не равномерно, как и в мире. И достаточно сравнить планету мегаполис Корусант и пустынный Татуин на окраине. И кто родился на этой планете? Так, отлично. Вы уже все хором ответили. Отлично, все помните. Главный герой саги, да? Так. Отлично. Энакин Скайуокер. Все отлично. Спасибо тебе за подсказку. И вы видите, что как бы экономика многих планет внешнего кольца основана на градообразующих предприятиях. Это вулканический Мустафар и Салас. Или на каком-то одном типе производства. Это понятно или немножечко нет? Понятно. И вдали от центра что у нас процветает? Вы уже сказали об этом. Ну-ка вспомните, что у нас процветает. Теневой сегмент. Итак, следующий слайд. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что самое главное в галактической торговле? Выгода, мне кажется. Так, выгода. Так. Что еще? Выгода покупателя, торговец. Еще? Так, пожалуйста. Товар. Товар. Угу. И вот назад еще микрофон, передайте сюда, да. Угу. И я считаю то, что самое главное — это сам потребитель, сам товар. Потому что не самое главное еще деньги. Потому что за деньги все это покупается, все обменивается.
И все на деньги это делается. Так, хорошо, дальше. Угу. Мне кажется, что самое главное, во-первых, это сам торговец, ведь без него ты не сможешь ни у кого купить товар. Во-вторых, тот, кто должен будет покупать товар, покупатель сам или потребитель. Ребят, еще нужна как бы... Вы молодцы, но я уже сказала, что все-таки в основе всей этой мировой торговли лежит, помимо первой и второй стороны, это торговый путь. Наверное, как-то товары же должны прийти друг к другу или нет? Да. Должны? Должны. Итак, вот если мы посмотрим, что хорошо налаженные пути идут в центр. И где этих путей нет, и развиваются у нас с вами проблемные зоны. Итак, вот смотрите. Чем объясняется наличие хороших торговых путей? Ведь как возник город Казань? Сейчас чуть-чуть отойдем от галактики. Это хорошо сформированный торговый путь. Шелковый путь. Знаете про шелковый путь? Знаете. То есть города возникали исторически, помимо того, что мы с вами говорим о галактике и о звездных войнах, они развивались в местах, где у нас было очень много торговых путей. На пути, где шли торговцы, росли города, какие-то точки. Это понятно? То есть помимо того, что есть товар, помимо того, что есть место или другая сторона, торговец и тот, кто покупает, надо же этот товар довести. Ясно? Понятно или как? Понятно. Значит, идем дальше. И следующее, что мне, к чему хочется обратить внимание, высший орган галактики у нас с вами что? Сенат. Что он нам с вами напоминает? Я считаю, это, например, США, Россия, и там еще кто-то. Вот это союз, который, союз стран, которые решают в мире все проблемы. Хорошо. Чем занимается Сенат в «Звездных войнах»? По моему мнению, Сенат чем должен заниматься? Во-первых, Сенат, как и показан был в «Звездных войнах», не всегда мог собираться именно друг с другом. В основном-то собирались голограммы, скажем так, именно определенного человека. То есть на сегодняшний день мы с вами определили, что высший орган управления у нас, Галактический Сенат, на что он похож? На Организацию Объединенных Наций. Ребята, вы знаете, что такое он? Это Организация Объединенных Наций. Ну, это понятно, что это Организация Объединенных Наций. Валерий Алексеевич, чуть-чуть справочки, потому что вы самый главный специалист по ООН. Ясно. Для ребят. Конечно, это организация, которая объединяет представителей разных стран мира. И эти представители собираются на Генеральную Ассамблею ООН и принимают решения в интересах всей планеты. Есть еще такой орган, как Совет Безопасности, который может на те или иные страны наложить санкции, если они ведут себя неправильно по отношению к другим странам. То есть это такой галактический совет, если можно так выразиться словами Нелли Гумеровны, но только применительно к нашей планете Земля. Еще вы сказали, что торговля невозможна еще без одного элемента – это деньги. Вы же о деньгах говорили мы с вами? Да. Говорили. Скажите, пожалуйста, какие деньги присутствуют в «Звездных войнах»? Так, пожалуйста, микрофон. Кредиты. Так, еще. В одном из новых эпизодов было показано, что вместо зарплаты там главному персонажу Рэй давали еду. В любом случае, это средство оплаты труда, это деньги. В данном случае, в нашей галактической экономике, в нашей системе планет существует кредит. Что вам напоминает? То есть это то, на что можно было купить те или иные товары везде. То есть практически вы видите деньги, кредит, который позволял бы вести торговлю на всех планетах. Прообразом какой валюты? Что, какую валюту мира это вам напоминает? Прям кричите. Доллар. Все. Все понятно. Криптовалюта пока не согласна, с долларом, с евро согласна. Итак, какие еще процессы вы, вот когда мы с вами
упоминаем и говорим о как бы звездных войнах, вы вот нам интересно. Давайте посмотрим на тему офшоров. Офшор – это та территория, где ведется торговля или экономика по особым условиям. Особая экономическая зона или офшор – это две разные вещи. Офшор – это, как правило, зона, где очень малая система налогообложения, где практически нет налогов. Особая экономическая зона, где определенные условия ведения тех или иных операций. Международный банковский клан. Что это такое? Мне кажется, что международный банковский клан – это когда, например, собираются такие объемные сети банков, как, например, Сбербанк, такие большие более сети, и они уже решают новые кредиты, новые налоги для своих многих новых... Кроме... Спасибо. Кроме международного банковского клана, что еще, кто еще присутствует? Ну, какая еще организация присутствует в «Звездных войнах»? Торговая федерация есть? Есть. Кого она вам напоминает? В сегодняшнем мире сегодня. Но это прежде всего корпорация, которая занимается торговлей. Здесь можно привести разные примеры. Даже в начале есть британская уссурийская компания, различные торговые крупные корпорации. Значит, теперь, наблюдая за развитием дальше галактики и истории, которые происходят в ней, мне хочется вспомнить, с чего начинается первая серия «Звездных войн». Начинается экономическая блокада планеты внешнего кольца Набу. Как это слово сегодня каждый день произносится с экранов телевизоров? Практически против Набу что вводится? Санкции. Практически начинается проблема с экономических вещей, которая переходит потом уже в политические вещи. После блокады Набу, вы знаете, что, видя такой беспредел, республиканский сенат ограничивает военный контингент торговой федерации и обкладывает ее еще большими налогами. Так что джедаи и все другие действующие лица, они являются участниками и героями определенной экономической войны, которая разразилась между планетами. Где еще, кроме вот такой темы, как «Звездные войны», можно увидеть, как экономика развивает политику? Мне кажется, «Гарри Поттер», может быть. Так, еще. Конечно, где политика в «Гарри Поттере», ну ладно. Мне кажется, в современном мире. В современном мире это как? Ну, поясни, в настоящем, пожалуйста, мире. Во взрослом мире. Где мы сейчас живем? Хорошо. Сегодня мы с вами попытались разобраться, как живет и работает мировая и галактическая экономика, торговля. И понимаем, что все, что происходит, если кому-то вводят санкции, у кого-то повышают налоги, кто-то не платит налоги и уходит в офшор. Если кто-то живет в особой экономической зоне, все это сказывается на определенной политической ситуации. На планете, в той галактике, которую мы с вами изучали, это привело к определенной войне, смене власти, к рождению новых лидеров. Если взять историю мира, эти вещи тоже происходили и, наверное, происходят до сих пор. Поэтому, дорогие мои студенты, да пребудет с вами сила! Мы попытались до вас донести, что экономика присутствует в каждом моменте, каждый день и в каждом действии. Хотя считается, что экономика – это только зарплата. Пошел и рассчитался в магазин. Спасибо большое. Давайте поаплодируем на Илью Гумерову.